Приветствуем всех! Это обзор модели квадрокоптера Mini Spider компании Haimoto, подготовленный специалистами rcmotors.ru. Mini Spider – еще одна новинка, продолжающая линейку моделей малого масштаба, которые отлично подойдут для начинающих. Невысокая стоимость, система защиты винтов, шестиосевой гироскоп, яркая светодиодная подсветка, прочный корпус – основные особенности. Модель обладает небольшими размерами и массой, длина и ширина составляют 13 см, масса чуть менее 40 грамм. Мини-спайдер оснащается пластиковым корпусом с четырьмя лучами и интегрированной системой защиты винтов. Внутри корпуса в центре расположена вся электроника. Для уменьшения габаритов и упрощения конструкции электроника выполнена в виде единого модуля. Аккумулятор находится под этим модулем и имеет простой доступ. На концах лучей расположены двигатели-винты, выполненные из мягкого и гибкого пластика. Система защиты винтов позволяет не бояться столкновений с объектами, а наличие светодиодной подсветки обеспечивает отличную читаемость модели в любое время суток. Модель способна выполнять флипы, достаточно лишь нажать на кнопку пульта управления. Комплект поставки включает саму модель, четырехканальную аппаратуру управления 2,4 ГГц, литий-полимерный аккумулятор, обеспечивающий около 7 минут полета, USB-зарядное устройство, запасные лопасти и инструкцию. Для запуска потребуются только батарейки в пульт управления. Если у вас остались вопросы или вы решили приобрести модель, мы всегда рады вам помочь. В интернет-магазине rcmotors.ru, помимо самой модели, вы также найдете все необходимые дополнения, запчасти, аксессуары и тюнинг. Любые вопросы вы можете задать на наших страницах ВКонтакте и Facebook или обратившись к нашим специалистам по телефону. Все контакты вы найдете на нашем сайте rcmotors.ru. Ну а если вам понравился наш обзор, жмите лайк, подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями.